Значит, показываю масштабы трагедии, как говорится. Залетело мне сегодня в продажу в мои руки настольная медалька в упаковочке. К сожалению, я уронил эту упаковочку, и вот она упала и в моих руках рассыпалась. Как хорошо, что сама медалька не поцарапалась. В принципе, тут все реально восстановить. Все поделать, ничего такого страшного, печального нету. Нужно только чуть-чуть повозиться. Вот. Видишь, вот крепление отломалось, и вот в дырочке торчит. И сейчас покажу эту медальку. Довольно-таки тяжелая. Быстрее всего, это какой-то сплав или бронза, покрытая серебром. Ну, не серебряная точно. Если бы была серебро, однозначно стояла бы проба. Значит, здесь вот изображен корабль. 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Тяжело прочитать. А, нет. Думал, здесь название кораблика, нифига. Нет названия. Вот такая вот. А с этой стороны Ленин. И вот еще даже спутник, наверное. Хм, прикольненько. О, кстати, вот печать какая-то стоит. Ну-ка, может быть, это проба. Так. Ну-ка, надо посмотреть, может быть, это серебро. Хм. Интересно. Друзья, кому такие попадались, а ну-ка напишите мне. Да, но я все равно, я уже сейчас ее выставляю в продажу. Ты можешь ее уже купить, как не серебро. Ну, в принципе, и все.